Авиасалон «Макс» в Жуковском в этом году подарил гостям и специалистам сразу несколько больших премьер. Главным событием, конечно, стал показ российского самолета 21 века. МС-21 зрители смогли не только изучить на стоянке, но и, наконец, увидеть его в деле, в воздухе. МС-21 – главная надежда гражданского авиапрома России. Не случайно за дебютом в небе наблюдал Владимир Путин, да еще и в компании президента Турции. Российский лидер не скрывал, что остался доволен увиденным. Уверен, что всех наших зарубежных партнеров и, конечно, наших турецких друзей, турецкую делегацию заинтересуют достижения отечественного российского авиапрома и технических возможностей воздушно-космических сил России последнего поколения. И это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Подчеркну, мы глубоко ценим международное внимание к российскому авиасалону. Видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны. Ее уникальных традиций самолетостроения, которые позволяют России оставаться в числе мировых флагманов авиакосмической отрасли. МС-21 создавался с расчетом, что он должен не просто составить, а выиграть конкуренцию у зарубежных аэробусов и боингов. Не зря на Западе с помощью санкций пытаются помешать запуску серийного производства российского самолета. Все дело в композитных материалах, из которых состоит крыло лайнера. Поставки из-за рубежа закрыли, поэтому теперь композиты придется делать самим, как и двигатели. Первые самолеты МС-21 летают на американских двигателях, но это только пока. На серийные машины планируют установить российские двигатели ПД-14. Его модель в натуральную величину показали в Жуковском. Главная изюминка салона в этом году – необычайно зрелищное авиашоу. В нем приняло участие рекордное количество пилотных групп. Асы соревновались в мастерстве, выполняя фигуры высшего пилотажа. При этом они успевали еще и порисовать в небе, а некоторые даже печатали зрителям послания при помощи новой технологии, выпуская облака разогретого масла. Здесь смотрят нас профессионалы в первую очередь, смотрят конструктора, которые создали эту технику. И здесь мы должны продемонстрировать ту возможность летательного аппарата, которую заложили конструкторы. Первое, как наш замглавком сказал, это мотивация летчика. Полюбить эту технику. Мы должны понимать, что самолет создан, много-много людей создавали. И тепло рук людей, которые эту технику собирают, она передается в душу самолета. И если летчик согласен, согласовал свою душу с душой самолета, значит, он его поймет, и самолет его поймет. В авиашоу принял участие и новейший российский истребитель Су-57. Его впервые показали широкой публике. Это машина пятого поколения, многофункциональный комплекс, который способен поражать цели в воздухе, на земле и на воде. Президента Турции впечатлили возможности российской новинки. Мы считаем авиасалон «Макс 2019» одним из ведущих в своем роде. Считаем, что наше сотрудничество с Россией придаст импульс новому развитию событий как и в авиационной сфере, так и в сфере космических технологий. Российские и турецкие лидеры долго изучали истребитель на статической экспозиции, даже пообщались с пилотом. Эрдоган сразу поинтересовался, продаются ли новые сушки. Путин ответил, что самолеты купить можно. До реальной сделки, конечно, пока далеко. К тому же турецкий президент приехал на «Макс» без денег. Мороженое, которое спонтанно решили попробовать оба лидера, пришлось оплачивать Путину. За меня тоже заплатишь, да? Да, заплачу. Ты же гость. Российский президент заплатил за мороженое 5000-ной банкнотой, а сдачу отдал главе Минпромторга Денису Мантурову, чем даже немного смутил министра. Вот министру раздадите, ему на развитие авиации. На что можно потратить дополнительные средства от государства, авиаторы показали в огромном павильоне. Там свои последние разработки представили авиационные регионы России. В Перми, например, производят не только двигатели для МС-21.
Одна из молодых местных компаний готова бросить вызов иностранным монополистам и уже выпустила прототип современного российского движка для малой авиации. Мы применили вообще все плюсы всех двигателей и собрали вот как бы в единственном роде максимально, не знаю, доступный и в цене, и в мощности, ну и в габарите, то есть он максимально небольшого размера. Преимущество этого двигателя являются 130 лошадиных сил, вес 87 килограмм. Тип двигателя ПДП, противоположный движущий поршню. Тут два коленвала у двигателя, 4 поршня, 2 цилиндра. Охлаждение в цилиндре происходит. Покрытие цилиндров МДО, износостойкое покрытие. Есть свои ноу-хау и в Татарстане. В Казани, например, находится единственная в СНГ компания, которая производит системы спасения для самолетов. Это специальные парашюты для небольших летательных аппаратов, которые пилот раскрывает в случае поломки. Казанцы уже продали больше 2000 таких систем. В данном контейнере находится парашютная система непосредственно. Парашютная система, вытяжной это парашют, это тормозной парашют. То есть там комплект парашютной системы. Сейчас у нас серийное производство парашютных систем спасения для воздушных судов масса от 100 кг и до 3 тонн. А также у нас есть разработка парашютной системы на самолет массой 5,5 тонн, где размер купола 740 квадратных метров. В некоторых зарубежных странах установка систем спасения на самолеты обязательна. В России эта норма в законе отсутствует, а зря сетуют разработчики. Их чудо-парашюты спасли от крушения уже более 50 воздушных судов. Один из везунчиков – руководитель аэроклуба Павел Евграфов. Однажды у его самолета отказал двигатель. Высота была где-то 300 метров. Временно еще думал, что пытался еще запустить двигатель. Пока в это время, естественно, планировал. И на высоте более безопасной, как говорится, метров 100-140 где-то, я дернул чеку. Парашют открылся в течение где-то 2-5 секунд. Вот. И мы приземлились на воду. Мы, можно сказать, приводнились. Вот. Ничего практически не поломалось. Небольшой был удар, ничего не почувствовали. Спокойно открыли дверь, вылезли из самолета и ждали спасателей. На Максе в этом году собрался солидный состав зарубежных участников. Компания Airbus, которая отмечает полувековой юбилей, представила самолет А350 с умным салоном. А бразильская Embraer привезла в Россию свой новейший лайнер «Охотник за прибылью». Этот самолет со стильным дизайном стал, пожалуй, самым ярким экспонатом авиасалона в Жуковском. Это воздушное судно – самое вместительное в своем семействе. Наш новый лайнер дает авиакомпаниям исключительные возможности для экономии на полетах. Он очень эффективен. Например, он позволяет на четверть снизить расходы топлива в расчете на одно кресло. Это значит, авиакомпании смогут сделать свои продукты и маршруты гораздо более рентабельными и доступными. Партнеры бразильских авиастроителей Пабрикс из Китая тоже удивили гостей своими многочисленными новинками. КНР в этом году стала страной-партнером авиасалона. Подобное произошло впервые. Представители из Поднебесной в своем павильоне показали двигатели и беспилотники. А главным экспонатом стала полноразмерная модель кабины и салона нового российско-китайского самолета. Ее разместили в отдельном ангаре. Управлять лайнером будут два пилота. Разработчики позаботились об их комфорте. Рабочее место будет просторным и эргономичным. Оно выполнено в концепции тихой и темной кабины. Когда полет проходит штатно, кнопки погашены, никакие сообщения пилота не отвлекают. Как только что-то происходит, загораются нужные кнопки определенным цветом в зависимости от ситуации и выводится сообщение на дисплей. И летчик уже очень оперативно принимает решение, руководствуясь горящими кнопками. Самолет управляется боковой ручкой, джойстик или сайдстик, как по-разному называют. Для салона российско-китайского самолета разработчики выбрали индустриальный дизайн. Вмещать он будет до 300 пассажиров. Первый рейсовый полет CR-929 совершит еще не скоро, только через 8 лет. Но пассажиры уже сейчас могут оценить салон и даже посидеть в креслах. Они, кстати, на 1.5 дюйма шире, чем у Боинга, и гораздо комфортнее.
МАКС-2019 побил рекорды посещаемости. В Жуковском в этом году побывали почти 600 тысяч зрителей. Плодотворными получились бизнес-встречи и переговоры. По их итогам были подписаны десятки контрактов и соглашений на общую сумму 250 миллиардов рублей. Артем Евдокимов, Антон Косолапов, ТВ «Брикс».